В отделении переливания крови Харцизской ЦГБ ждут доноров. Завтра выездная бригада Республиканского центра крови в очередной раз намерена посетить Харцизск с целью пополнить банк донорской крови. Стать донором может практически любой здоровый гражданин республики в возрасте от 18 до 60 лет. Обязательным условием является наличие в документе, удостоверяющем личность, отметки о прописке, внесенной не менее одного года назад. Перед процедурой забора крови донор должен пройти медицинское обследование. Оно бесплатное. Для любого взрослого здорового человека процесс донации абсолютно безопасен и не наносит вреда организму. Напротив, медики считают, что в некоторых случаях сдача крови даже полезна. Например, периодическая сдача крови в 5 раз снижает риск инфаркта и инсульта, улучшает обмен веществ и стимулирует кровотворную систему. Для всех граждан, сдавших кровь, предусмотрено небольшое денежное поощрение в размере 150 рублей. Кроме того, лицам, официально трудоустроенным, можно рассчитывать на дополнительный день отдыха с сохранением за ними среднего заработка. Тем, кто решил посетить завтра отделение переливания крови, надо иметь при себе паспорт, идентификационный номер, а также медицинскую маску. Записаться на процедуру или проконсультироваться можно по телефонам 7 25 37 или 071 457 21 90.